Welcome всем, это снова я. Ну вот я наконец-то добрался до отеля. В принципе, здесь нормальный, открытый, хороший номер такой, шикарный. Под дерево все такое, типа, сделано бамбук. Вот такой вот ключ. И тут холодильник есть, там телевизор, все, чайник. Даже в холодильнике что-то есть. Вон вода, пиво, что-то еще. Ну, в принципе, нормально. У них вот только двухместные номера, поэтому как бы даже если вы один приедете, одноместных номеров здесь нету. Вот. О, тут мухи только с улицы пытаются залететь. Прогонять таких. Сейчас я покажу, как там выглядит снаружи. Окей. Вот, в принципе, вид с балкона здесь открывается. Там вот есть бассейн, бар. И там, в принципе, нормально все. Культурно так все сделано. Да, на улице немного жарковато, где-то градусов 35-36, наверное. Вот там вот виднеется пляжи разные, в других там отелей и так далее. Наш отель называется вот этот Coral Beach Club. Так вот. Чё, я иду на пляж, сейчас покажу, как там на пляжу. Let's go. О, это молния, там походу это гроза сейчас будет. Вот тут припаркованные Harley Davidson. По-моему, как раз этот V-Rod. Хотя я точно не знаю модель. И вот чьи-то велосипеды. Без пар жилетов написано нельзя плавать. А вот ценники на что-то еще. А, hi. Can I ask about how we want to go on the beach? Just little walking and but we waiting the how main trans for repair our safe. So. Okay. Okay. Understand. So, can I ask about in the refrigerator we have water and some beers. It's for another pay or included in our. Ah, I see. And how about tea or coffee? Ah, on the table it's free. Okay. Ah, okay. But on the inside the fridge, we have to pay. Ah, can we bring this? Put this water in the refrigerator on the table. Yes. Ah, okay. Thank you very much. Ciao. Just to take a video. Oh, billiard, and так это какой-то стрит-пул, скорее всего, да, небольшой. Есть вот хоккей настольный. Бильярд нельзя играть детям, которым, ну, 10 лет и меньше.